Я пригласила жизнь свою на чай. Ольга Конькова, Мороз. Я пригласила жизнь свою на чай, поговорить со мною у камина. А за окном кружил февраль, деревья разукрасил иней. Ну что ж, подружка, как дела? Как проживаешь свои годы? Спросила жизнь и чаю отпила, взглянув в окно на непогоду. Как я живу? Да как умею. Люблю, грешу и в Бога верю. Скорблю, грущу и ненавижу, а иногда и выхода не вижу. Я верую в добро, ловлю удачу, умею людям сострадать. Обидчику могу я сдачу дать. Так что ж ты хочешь от меня? Спросила жизнь, чуть голову склоня. Живешь, как все, и вроде всем довольна. Так почему волнуешься невольно? Добавив чашку кипятка, жизнь подошла ко мне поближе. За плечи нежно обняла. И стала на душе потише. Скажи мне, жизнь, но только не тая, ведь знаешь ты с рождения меня, всегда ли ты со мной справедлива? Быть может, часто ты меня корила, быть может, что-то не дала, быть может, просто не хотела со мной рядом быть тогда, когда душа моя болела. И заглянув в мои глаза, мне жизнь с улыбкой отвечала, всегда любила я тебя, всегда тебя оберегала. Ты без присмотра не была, к тебе я ангела прислала. Невидимые два крыла с тобой ушли все время рядом. Ты не пеняй, подружка, на меня. Быть может, я строга излишне, но если бы такой я не была, что из тебя тогда бы вышло? Ну вот молчишь, а значит, я права. Я для тебя всегда старалась. Ты, главное, люби меня, ведь я твоей не буду дважды. И долго я еще шептала с ней, притихнув у нее в объятиях, а рядом ангел напевал, обняв крыло, что жизнь прекрасна. Берегите себя, цените и любите свою жизнь.